Полиэтиленовые пакеты – это не экономично, не экологично, не модно. Тканевые и вязаные многоразовые сумки давно перестали быть атрибутом бабушек и уверенно завоевывают сердца горожан. Мира, тебе какие больше сумки нравятся? Я люблю шоперы, а ты? А я авоськи. Дефицит советских времен подарил нам большую вместительную сетку «Авоську». Она всегда должна быть при себе. Авось, что куплю. А вот шопер – слово современное, иностранное. Поэтому они так полюбились молодежи. Я хожу с этой сумкой и в школу, и на прогулку, и на тренировку. Она очень удобная, а также подходит под любой стиль и любую одежду. Мелкие предметы, книги, вещи с острыми краями, конечно, удобнее носить в тканевой сумке. Зато авоська хорошо тянется и более вместительно. Общее у них одно – дополняют любой образ, потому что сделать их самим проще простого. Выучить пару петель для авоськи или найти небольшой отрез яркой ткани. Но не хватает ручек. Давай вырежем ручки. Возьмем для этого одну часть. Вот у тебя основа. Отмеряем ручки шириной, которую нам нужно. Вот так вот примерно, хоп, у нас двойная, да? Пару строчек, немного фантазии, и можно отправляться за покупками. Осталось испытать их на прочность. Авоська выдержала самый большой арбуз, а вот в шопер он влез с трудом. Давайте все-таки попробуем. Может даже не войти. Да, вот прямо еле-еле. Да и ручки затрещали по швам, так что в продуктовый магазин лучше прихватить сумку-сетку. Несмотря на то, что она не очень вместительная и в ней поместится наш арбуз, я все равно отдаю предпочтение именно шоперу. И теперь я знаю, как его сделать самой и даже как его украсть. А если сумке добавить дизайнерское оформление, кружево, аппликацию или рисунок, это будет еще и креативный, а главное полезный подарок к любому празднику. Полина Бахова, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».